7 лет назад в Одинцовском ГИБДД появилась прекрасная традиция поздравлять женщин-водителей с 8 марта. Ни одна представительница прекрасного пола в канун праздника не выходит из здания ГАИ без подарков, розы и светоотражающего элемента. Доброй традицией стала в преддверии праздника весны, днем женщины, так скажем, стала поздравлять прибывших на для совершения регистрационных действий в Одинцовское РЭО ГАИ. И как бы сегодня все, кто пришел к нам по поводу регистрации и экзаменации, мы поздравляем цветами. Получая документы или сдавая экзамены, женщины принимают поздравления от стражи порядка в первую очередь с успехом. А затем с первым весенним праздником. Сотрудники госавтоинспекции подчеркивают, что в этот предпраздничный день девушек без внимания оставлять нельзя. Но не обошлось и без напутствий. Поздравляем вас с наступающим 8 марта. Желаем счастья, здоровья, безопасности на дорогах, без аварийного вождения. Представительницы прекрасного пола признаются, что для них знаки внимания со стороны полицейских неожиданны, но это всегда приятно. Многие из них хотят, чтобы эта акция продолжалась всегда. Это было внезапно, с учетом того, что я совершенно забыла, что сегодня канун 8 марта. Очень приятно, неожиданно и приятно. Конечно, приятно. Неожиданно. По словам стражей порядка, без поддержки и любви женщины успех любого мужчины просто невозможен. Именно поэтому важно окружать их заботой, теплом и уютом. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».